А ну стоять! Это территория берегового братства. Зайдешь, и мы с тобой поиграем. И ты сдохнешь, тысячи чертей. Да, так что давай ноги в руки и топай в другую сторону, понял? Наши уже одного чужака сегодня поймали, хватит с нас. Прошло 2 месяца. За детьми так никто и не приехал. Выхин и Тучин не вернулись. Гэсовцы должны были довести Виктора из центра, но... Похоже, надо было просто запретить их сделать. Тогда Назур все еще надеялся на эвакуацию. Хотя, какая там эвакуация? Если по радио одни спасли. Бог сказать нечего. А в другую сторону. Проблема по поступления. В первую очередь выживание.
Слушай, я у тебя давно спросить хотел. Все эти ваши пиратские штуки, мертвецы эти на столбах, вы всерьез верите, что учитель этого хотел? Учитель хотел, чтобы мы защищались. Ну, не помогает же. Вон опять бандиты в деревне появились. Да еще наши чужака какого-то непонятного поймали. Забыли, значит, урок. Пора напомнить. Потому мы и в дозоре. Поймаем этих гадов, пару новых пугал сделаем. Надолго хватит. Ну, ладно, с бандитами ясно. Они такое у нас творили. Но новый чужак этот на бандитов не похож. Может, мимо проезжал? Был бы не похож, проезжал бы мимо. А тут на берег к нам выпал. Ну и значит, поработай пугалом, чтобы другие стороной обходили. Ну, не знаю. Чего мне бояться? Это всего лишь один чужак. Он сам боится. Ну вот, нету. Шустрый какой чужак попался. Ну что? Чужак здесь! Осталось его найти! Thank you.
выследовали. Сколько можно прятаться? Так опрячься, сколько хочешь. Все равно недолго тебе осталось. Алёша, ответьте. Потеряли связь с вами. Что случилось? Тёмочка, дорогой, ответь. Ребята, ответьте. Прием. Аня, не волнуйся. Эй, это там сейчас что наверху было, а? Эй, чужак! Лучше сдавайся! Пока по-хорошему предлагаю! Ох ты, что творится? Спрячусь пока. Ребята, мы что, дадим этому гаду уйти? Найдите его! Эй, чужак! Иди сюда, потолкуй! Выходи и дерись, раз уж напал на нас! Слышишь, чужак? Хватит!
Мародеры напали! Тревога! Эй, чужа! Вот чужа это! Перезарядка, ребята! Ребята наших убивают! Не стреляешь? Я и под пыткой ничего не скажу, так что лучше сразу убей. И теперь мне не в чем себя упрекнуть. Я готов, учитель.
сделали. Чужак, иди своей дорогой! Я тебе не враг! Ну...
Но снимаем его тогда и в лагерь. Пусть тем вторым сидят. Э, панеры, вы чего? У вас уже есть один, а этот наша добыча. Он на нашей территории попался. Ха, осетка моя, ясно? Ну а чего ты ее у нас поставил? И вообще, у тебя уже рюкзак чужака есть. За рюкзаком я сам нырял. Ты, небось, засал? Кто засал? Вы же пираты, у вас и лодок больше. А этого мы ведем на лесной суд. Сыкуны вы все! Это чужак, значит враг. Ты что, бандит, что ли? Что учитель говорил? Что мы отличаться должны от них? Забыл? Слышь ты, умный сильно. Сначала учитель защищаться говорил. Это потом уже он начал... Забыла, что чужаки тут творили. А он чужак и должен умереть, чтобы потом других не приел. Так, хватит. Сначала лесной суд. На нем и решим, к столбу или нет. Может, Женька пират чего еще? А ты думаешь, что? А что ты думал? Хозяин его одним ударом. И Женька тоже, наверное. Пока ты добежал, пока мы туда. Даже если хорошо, что? Надо перебивать их. А то скажут, что струсил. Точно. Пошли, скажи, хозяин. Пошли. Только как мы его проморгали-то? Да что же хозяин? Он же умеет тихо ходить. Ну и отвлеклись мы, там еще один чужак в ловушку попался. А это значит, что все добычи его, ну или хотя бы ботинки. Еще один? А Ольга чего молчала? С нами не пошла. Странно.
кстати, где он, чужак этот? Да там и висит, если хозяин не добрался. Тогда тем более скорее надо. Да, давайте в темпе. Интересно, сколько тут этих чужаков ходит? А то мало ли. Хотел! Сорвется же! Да ты помог уже один раз! Хорошо, руку не оторвало! Ну, подумаешь, ошибся! Что мне, теперь всю жизнь тут сидеть? Чего я, зря учился? Зачем ты получил? Чего? Thank you.
У нас там все ребята полегли до последнего. Мертвые земли наступают. Это тебе не одного чужака под замком удержать. И болотный лагерь мы точно удержим. Не ждите, мямли. Еще раз скажешь, такой лобдом. Хватит ругаться. А чего он на пацанов поднесет наезжает? Ладно, замяли. Вы пионеры облажали. Теперь придется напасть на их поезд, а не ждать, пока они здесь окажутся. Это нарушение завета! Мы должны защищаться! Нападение – лучший способ защиты. Это где такое было? Чёрт, я не помню, что... Учитель говорил, читать надо. Вот мы в нашей книге и вычитали. Ну, раз ваши, то и нападайте сами. А мы не станем. Учитель перед смертью говорил, нельзя убивать всех подряд. Сначала судить надо лесным судом. Да, он наших братьев убивал, как есть бандит. Да, наши ребята видели. Но, может быть, все-таки сначала лесной суд? Какой суд? За кишки и на стол. И только вякните потом, что мы бандиты. Это что, угроза? Предупреждение. Объявляю собрание закрытым. А теперь, по законам гостеприимства, отведайте нашей еды. Эй, всех дураков. Ты что за мозгом? Эй! А у меня тут случится с ним, с дятлом, как же? А даже если я и так... Я что-то не понял, кто тут старший? Ну ты. Ну он уже забодал стучать. Давай лучше я тебе сыграю. Нет, твоих судорог лучше вянут. Белок мари своими завоевами. Вот грамм хороший. А иди ты! Уши вянут. Не, ну чё ты, я шутя. Знаю я твоё шутя. Пойду белок морить, а ты сиди тут. Видишь, какой нежный. Творцо может обидеть каждый. Думаешь, сколько лишку уже стоять? А я знаю. Ромыч вернется, реши. А что? Я просто думаю, зря мы его так. Это же не он обманывал, а его чужак облапошил. К тому же его Ольга отвлекла. Ну так его и не за обман, а за глупость. Нельзя же так на посту уши развешивать. Хорошо, этот чужак просто ушел. А другой какой? И зарезать его дурака мог. Это да. А куда чужак вообще делся? Ветер говорил, это шел. А чего не боремся за ним? Да он же, в общем, ничего плохого нам и не сделал. Да и погонимся мы, а в лагере кто останется? Прикинь, если хозяин придет. А, да, это я не подумал. Вот и Ветер не подумал. А оно, видишь как? Что там? Ну, наверху. Чужак, ребята! Чужак! Сюда! Здесь чужак! Здесь он! Чужак! На помощь! Здесь чужак! А! Чужак! Я лучше Чужак, он там! Наверху прятался!
наверху! Да! Ты же, ё-моё! Вижу, гада! Ты не рисковай, пока! Чужак прячется где-то здесь! Давайте, ребята, найдите его! Где ж ты прячешься? И сладкач какой! Ничего, все равно найду! В нашем лесу ты не имеешь прячется! Этот гад прячется, значит он трус! А с трусами у нас разговор короткий! Найдите его, ребята! Ну чего прячешься? Выходи, друг, по-честному! Прячется, да. Боится. Меня боится. Значит, справлюсь. Где ж ты прячешься, а? И шлавкач какой! Ничего, все равно найду. В нашем лесу от меня и мышь не спрячется. Вот он, да! Вижу, гада! Вон он, ребята! Наверху! Он там был, наверху! Что-то было сейчас в проходе, или нет? Ребята, наших убивают! Вот он, ребята! Вот он! Вверх! Вверх, смотрите, там он! Вот там был, наверху! Ребята, этот гад прячется где-то! Давайте его выловим! Выходи, дерись, раз уж напал на нас! Слышишь, чужак? Уйти решил. Этот из него не выйдет. Ого! Ребята, там наверху что-то есть! Вижу, гада!
Донателло. И что теперь? Оба в отключке. Не, ну ты сам, бля, попробуй. Реально же напряг. Да я сразу говорил, кончать их и не париться. Все равно не скажешь. Ты вот сидел на столбе, Кисер. Когда... А волки ноги отжирают. Небось, по другому заговорил. Что там тело ты найти на меня? Может, они тебе уловы? Не мне, а пацанам нашего барака. Сейчас отдохну и продолжу с этими уборщиками. Мужчины прячутся. Сколько там у него пальцев осталось? Какого бородатых вы их не парь? Они как всегда. Но пока молчат. Да вообще непонятно реально, что там бык с кузи тянут. Надо было сразу пальцы отрезать. Те бы уже раскололись давно. Да там голову уже нет. Это ж ты с лысым забился, что всех баб ихних на хату притащишь. Пацаны там, понятно, вот будили ты же. Так что тебе, если не привезешь, самому придется запить. Это ты, да, реально, я подколол, красава. Ладно, проехали. Настолько реально за подлог возвращаться, мы же даже не узнали ничего. А ведь фартануло как, что здесь пристать решили, и ладно, что ты поймаешь. Это первый раз за сколько? Ну это да, пока реально бруха. Ладно, замяк. Вот ты дай себе. Прикурок, в сторону тебе не надо. Блин, ты так вот сюда. Короче, братой, тебе как сука, минута, у меня тут был на плюс. Ясно? Вот это сука! Держи гранату, падла! За него я с тебя, падла, и стопудово спрошу!
Братва, тут ёшь ганы!
Гана падает!